Высокий толстый стебель до 5 метров, крупные резные листья насыщенного зеленого цвета, мелкие белые цветки собраны в крупные сложные зонтики. Так выглядит борщевик сосновского. Неудивительно, что благодаря своей красоте этот огромный сорняк можно встретить не только в поле, но и на дачных участках, и даже во дворе у многих горожан. Утром на листьях борщевика бывают столько росы, что можно вымыть руки. Однако приближаться к этому красавцу явно не стоит. Можно получить серьезный ожог. Оно очень опасно для людей. Когда попадает сок этого растения на кожу, то наша кожа перестает быть защищенной от ультрафиолета, и что приводит к ожогам первой, второй, а иногда даже и третьей степени. Поэтому, если вы обнаружили такое растение где-то у себя на вашем участке и пытаетесь его удалить, надо быть очень аккуратным, по максимуму защитить свое тело, чтобы сок данного растения не попал на вашу кожу. Еще один сорняк прижился на территории города. Только это не куст, а целое дерево. Клен американский, завезенный в Старый Свет во второй половине 17 века, сегодня создает сразу несколько проблем. Во-первых, с возрастом он становится ломким и при сильном ветре является реальной угрозой для находящихся вблизи него людей и строений. Кроме того, старые американские клены не очищают воздух, их корни разрушают асфальт, а пыльца вызывает аллергию. И это еще не самая главная опасность, которую таит в себе это коварное дерево. Ввиду того, что оно не требовательно к условиям произрастания, и плоды созревают уже на 6-м году жизни растения. Плоды напоминают крылатки, которые распространяются ветром. Оно захватывает большие площади. Захватывая большие площади, оно вытесняет местные аборигенные виды. И поэтому это растение опасно тем, что если с ним не бороться, оно вполне возможно вытеснит и займет всю нашу территорию. Что же делать с этими опасными для здоровья человека и окружающей среды сорняками? С какой стороны подойти к растению, прикоснувшись к которому, можно получить ожог? И как можно уничтожить густые заросли клёна эмигранта? У специалистов есть ответы на эти вопросы. Самый эффективный способ борьбы с этим растением – это выкапывание на ранней стадии, либо постоянное окашивание. Поэтому в нашей области принимаются каждый год очень серьезные меры по удалению этого растения. Это механические способы борьбы. Это удаление, в первую очередь, удаление поросли, удаление самих деревьев, недопущение их, чтобы они плодоносили, но лучше всего удалять поросль. Зачастую, проходя мимо того или иного растения, мало кто обращает на него внимание и задается вопросом, что из себя представляет это дерево, опасно ли оно для здоровья людей. Поэтому часто из-за неосведомленности случается так, что, оставшись один на один с природой, многие из нас борются не только с комарами и мошками, но и с растениями.